Друзья, всем привет, всем доброе утречко. Начинаем наш очередной влог из острова Чеджу. Проснулись сегодня в прекрасном, замечательном месте. Пойдем сейчас все вам покажу. Настроение просто... Я встала рано-рано, уже помылась, уже накрасилась, уже в боевой полной готовности. Поэтому поехали. Гелик еще дрыхнет. Все дрыхнут, но уже пора вставать. Смотрите, открываем дверку. И здесь вот такая красота. Сейчас пойдем гулять. Музыка играет корейская. Наверное, из какой-нибудь дорамки. Я дорамки не смотрю, поэтому вы лучше меня знаете. Апельсинчики или что это? Гелик, пока! Так, а какой у нас номер дома-то? Я потом не найду. Вот, смотрите. Мандариновый сад внизу. Ах, это ли не сказка? Посмотрите, какой вид. Так, надо для инстаграмчика зафотать. One moment. Друзья, пойдемте, я покажу вам территорию. О, здесь люди в традиционных нарядах ходят. Тут на прокат дают костюмы, поэтому... Смотрите, там вот сакура. Всякие прудики, водопадики. Мостики. Видите, все из лавового камня. Сделаны такие заборчики. Все в традиционном стиле острова Чеджу. И такие вот домики сдаются. А здесь вид. Вид на море, друзья. Обожаю вот эти традиционные корейские всякие штучки-дрючки. Прям как будто я в прошлой жизни была кореянкой. Мне вот прям настолько это сердцу близко и любо. Никогда не прикалывали какие-то европейские статуи, какие-то вот эти вот здания. А именно вот корейские, вот прям капец. Я не знаю, как это, чем это можно объяснить. Все посмешали, здесь и мандарины, и сакура, и пальмы. И азалии. Вот такая, друзья, красота. Ну что вы там? Готовы, нет? О, радости это полные штаны. Софья там возле каждого кустика фоткается. Как истинная кореянка. Все, друзья, все в сборе, выдвигаемся в очередное место, пока еще не решили куда. Вот, смотрите, море такое, блин, наверняка не видно с моей камеры, нифига. Я, кстати, взяла хорошую камеру, но, блин, с ней так неудобно ходить, но я обязательно поснимаю с хорошей камерой еще. Друзья, даже подземный паркинг отделан лавовым камнем. Все-все-все из этого камня здесь. Друзья, заехали позавтракать. Как корейцы завтракают. Плотно. Одика. Вот такой, друзья, у нас скромный завтрак. Это тунджанчики с креветками. Тофу с креветками. Это какое-то мясо. Мусынгуге. Уряня. Сангипса? Какое-то мясо. И панчаны. И рис. Друзья, мы смели все подчистую просто. Смотрите, корейцы. С утра пораньше пьют соджик. Там корейцы пьют макколи. А мы пиво. Потому что на острове, жизнь идет медленно, и здесь с утра все любят выпивать. Такие домики
деревенские, блин. Такая милота, не могу. Просто можно приезжать сюда, выходить и пешком гулять, 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 гулять по всему острову. Везде такая красота. Пахнет-то как. Красота какая. Это обычный жилой дом. Люди вот так вот здесь просто живут. В этом году я еще сакуру не снимала, так чтобы прям... Птички поют. Я не ожидала, что на Чеджу еще сакура есть. Я думала, она уже облетела. Я говорю сакура, потому что, друзья, никто из вас не знает, что такое поккот. По-корейски сакуру называют поккот. И если при корейцах называть сакуру сакурой, то они очень обижаются. Нельзя говорить сакура. Для них это прям режет им слух. А я говорю только потому, что... Иначе вы не поймете, про что я говорю. Поккот, поккот. Ну что это такое, блин? Вот такая вот, друзья, красота здесь. Так, ну и что они не едут-то? Я думала, они за мной будут ехать. Дороги на Чеджу просто идеальные. Ни в каком Сеуле нифига вы таких дорог не найдете. Они здесь просто как будто вчера все постелены, асфальт новый. Смотрите. Друзья, пришли в какой-то парк. Тема-парк. Эко-парк называется. Не знаем пока что здесь. Здесь мы не были еще ни разу. Сейчас посмотрим. Здесь нужно купить билетики. Ага, друзья, мы сейчас поедем вот на этом поезде. Куда, не знаю. Зачем, не знаю. Я улетаю на большом воздушном шаре. Кстати, на воздушном шаре здесь тоже можно полетать. Но как все успеть за 3 дня? Никак. Папе интереснее всех, по-моему. Ага, подъехали к какому-то мостику. Система такая, что вы на каждой станции выходите и смотрите, если вам интересно. Пока не особо понятно, что здесь смотреть. Ну вот просто любование природой. Сейчас Ангелина проклянет нас. Она особо не любит любоваться. Ну, здесь можно фоточки делать для инстаграмчика. Ну а что, красиво. Миленько. Очень чистая вода. Ну, на Чеджу вообще все очень чисто. Здесь нет никаких производств. И здесь самое большое количество электрокаров в Корее. Вон, видите, на скамейке парочка сидит. Это такая скульптура. Это не живые люди. Причем люди старые, старички, бабушка и дедушка. Этот остров очень любят парочки и старички. А, здесь пирс, короче, здесь лодочки должны, по идее, плавать, но сейчас они почему-то не работают. Волосатое сердечко. Хотите сфоткаться в волосатом сердечке? Меня прикалывает, что все-все-все бордюры сделаны из лавы на этом острове. Это очень прикольно. Визитная карточка. Соня, тебе не стыдно, Ли?
Также здесь есть вот такие вот кафешечки. Можно перекусить, кофе выпить, мороженое съесть. Как можно внутри кафешечки посидеть, так и на улице вот с таким прекрасным видом. Заказали мороженое, девчонки. Ага, Софья заказала из зеленого чая, да, green tea? А Ангелина шоколадная. Чеджу знаменит своим зеленым чаем. Здесь прям есть чайные плантации, чайные домики всякие. Здесь, друзья, нужно ходить босиком. А, ветер, 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 ветер. Видите, здесь глина такая, она очень полезная для здоровья. И летом здесь люди ходят босичком. Но не сейчас. Ну что вы там? Кенчана? Посыква? Мичосо. Папа наш раздался. На острове Чеджу много где встречаются такие дорожки. Корейцы свято верят в лечебные свойства этой красной вулканической глины. Они ее используют даже в знаменитой корейской косметике Innisfree, производство которой также находится на этом острове. Здравница по-корейски. Ну и что мы съели? Все, находились? Что наша тайская девочка? Прямой бровью. Минуточка релакса. Копия, наш папа, копия. А, папа, йоги идти? Омадо и ко йоги. Тонгмори дага. Папа с ежиком. Мама с гулькой. Это Соня, как всегда, черт пойми с чем на головой. На голове. Пришел наш поездок. Сейчас поедем дальше на следующую остановку. На следующей станции было много объектов для детей. Нам понравилась больше всего пародия Хоббитона, деревни для хоббитов из фильма «Властелин колец». Ага, там можно фею увидеть, да? Блин, классно. Там, видите, такие колбочки, и в них феи, как будто бы живые. Не феи, а как это называется? Малышам, конечно, прикольно. Ой, а мне не очень, аж спина заболела. Ой, здесь просто что-то типа фотозоны, вот такой вот, для маленьких совсем детишек. Гелина. Летом здесь просто люди садятся на газончик и устраивают пикники. Эта станция называется пикник-зон. Так, вы сейчас ляжете, потом не встанете. Здесь, друзья, отель для small animals. Вот здесь живут всякие ящерицы и прочая хрень. Все, что Соня любит. А вообще здесь все поросшее таким мхом, папоротником. Как в настоящих джунглях. Такой вот прям лес. Лес-лес. Отличается, конечно, немножко от сеульского леса. Более такой заколдованный. Навозом конским воняет. Ага, а там лошадки вон уже. Вот и все лошадки. Вот так вот растет папоротник, друзья. Видите, он такой смешной сначала. А потом, потом красивый. Ага, здесь есть родник.
Минеральная вода, можно попить. Кто рискнет? Смотрите, перемен такой. Аня, да. Напугала меня. Здесь змеи водятся, она меня напугала. Говорит, змея у тебя под ногами. Вот жопа, с ручкой, а. Что, папа, больно? Чего? Чего? Зябки, тут и дублеют. Конгавин для тебя. Кре? Мунга. Все, папа, все, папа. 하지마. 야, 그 왜 마셔? 마시는 물이야 이거. 아 진짜? 응. 이거 대박. Сейчас посмотрим, если козленочком не станет наш папа, можно всем попить. 어때? 아, 맛이 없어? 아니 물에 맛이 있어 맛. 그래? 그 맛이. 그게 아. 무슨 맛이야? 말로 못해. 어려워. 팥빙이 아니야? 마셔봐봐. 팥빙이. 마셔봐봐. 아유, 아스팔 시작할 것 같아. 진짜 물 좋은 물이야, 이거. 진짜 봐. 이거 아까 뜯어놓고 하셔야 돼, 버리고. 네? 야, 물 틀려, 맛이. 아, собрался его. Собрался набрать бутылочку. Ну правильно. Да. А потом вообще будет. Да. Располезно это. Солнце питаю. 100만, 100만 가자, 올해. 안 했어. 2020년 100만. То это. Не загадала желание. Я что-то забыла, что нужно желание загадывать. Это, друзья, камелия. Камелия. Она всю зиму цветет здесь. В общем, друзья, мои рекомендации такие. Хотите много-много ходить, вкусно-вкусно дышать, приходите в этот парк. Не хотите много ходить, не приходите в этот парк. Ангелина вон уже вся искулилась, устала. Все, ребенок выдохся. Фу, осталось последние 100 метров, это какая-то жесть. Бедная наша бабулечка. Ой, ножки устали. На платформу прибыл наш поезд. Поехали. Следующая остановка, друзья, цветочная. Столько тюльпанчиков здесь. Такая вот красота. Бабушки восхищаются. Это все лавандовые, друзья, поля. Вон там вон лавандовые плантации. Но сейчас им не сезон. Мы бы еще долго-долго гуляли по этому прекрасному парку, но дети устали и проголодались, и мы решили поехать дальше. Друзья, заехали поужинать. Софья захотела мясо, кальби. Только и снимаем, как жрем, потому что мы больше ничего не делаем. Нам кто-то хенен декреду тальня вас собой. А ты? Харубан чилису. А ты? Ну ладно. Чисто бе. А кочуга умный. Грибочки. Это какие-то водоросли. Перчик мариновый.
Друзья, сегодня мы остановились просто в сумасшедшем домике. Завтра я вам все подробно покажу с утра, потому что уже темно, ночь, и мы ложимся спать. Всех вас люблю. До завтра.